Казахстанская мировая звезда в Будапеште, так написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем посте в социальных сетях о Димаше Кудайбергене. В соцсети запечатлены моменты встречи Виктора Орбана с президентом Касым-Жомартом Токаевым и всемирно известным певцом Димашем Кудайбергеном. На фотографии отражен теплый момент общения, символизирующий дружбу и культурные связи между двумя странами.